Сегодня на обзоре станок, который делает вот такие замечательные круглые прочные воздуховоды. Это спирально-навивной станок. Вы на канале Москлад, меня зовут Алексей. Основные преимущества этого станка – мягкое формирующее кольцо для быстрой смены диаметров труб, автоматическая смазка узлов и подача сож на металл, слитерный нож – тихий, долговечный и с удобной настройкой прижима, понятное меню на русском языке и хорошее качество металла, из которого сделан сам станок и роль ганги. Спирально-навивной станок Сента Макина производства Турция позволит вам изготавливать круглые воздуховоды неограниченной длины диаметром от 80 до 1600 мм. Максимальная толщина металла, с которой станок может работать, 1 мм. Металл, из которого делаются будущие воздуховоды, поставляется в рулоне в виде штрипсы. Ее ширина 137 мм. Такую штрипсу можно без проблем купить на любой металлобазе. Продуманная конструкция и легкая настройка позволят вам быстро переналаживать станок под разные диаметры труб. Основные узлы станка, два формирующих ролика, прижим слитерного ножа и тормоз на размочике работают на гидравлике. Изменение диаметра труб выполняется с помощью формирующей ленты и поддерживающих упоров. Формирующая лента для диаметров от 150 до 1600 мм единая, а для диаметров 80, 100 и 125 мм идут отдельные ленты. Единая формирующая лента в разы ускоряет смену диаметров. Вы просто ослабляете узлы, переставляете ленту и упоры, поворачиваете станину и можно работать. Также станок с такой лентой позволит изготавливать нестандартные диаметры воздуховодов. Отрезание заготовки выполняется слитерным ножом. В отличие от фрез, здесь нет искр, шума и в целом его ресурс выше, в то время как фрезу надо часто отдавать на заточку. Управляется станок с контроллера, у которого есть три режима работы. Ручной, полуавтоматический и автоматический. Ручной режим используется для протяжки новой штрипсы и навивания первых витков трубы. В полуавтоматическом режиме навивание новой трубы начинается с нажатия кнопки на контроллере. Станок сделал трубу, отрезал, оператор ее снял, нажал кнопку на контроллере и станок стал катать следующую трубу. В автоматическом режиме станок работает в паре с датчиком на рульганге. Оператор снял отрезанную заготовку, и станок сам начал навивать следующий воздуховод. В комплекте со станком уже идут два рульганга. Один обычный, а второй с датчиком. Спирально-навивной станок Сента Макина позволит вам составить большую конкуренцию на рынке благодаря высокой скорости работы и отличному качеству получаемой продукции. Компания Москлад с радостью подберет вам необходимый станок для изготовления воздуховодов. Позвоните по телефону и получите консультацию наших специалистов. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!